Всем привет, у нас обновилась свинка в Роблоксе, давайте стартовать. Появилась четвертая локация. Вау, Форест Лес. Игрок выбран. И это оказался я. На первую карту. Ну-ка, что здесь будет за оформление? 4 недели спустя. Я что, в костре стою? А нет, рядом. В общем, мне нужно опасаться монстров в лесу. Так, я свинка. Значит, сегодня начнем с того, что я свинка. В следующий раз зайдем таким образом, чтобы я был игроком. И уже посмотрю карту детальней от лица игрока. И мой старт через 1 секунду. Ура. Ничего себе тут ходить. Ну-ка. Давай залезай. Не залезает. Мега аппарат. Смотрите, я сам могу как будто бы проходить игру. Тут голубой ключ, красный. Сейчас подписчики игру пройдут, я пока что побегаю вокруг. Что да как здесь? Ну-ка, меня костер поджигает, я же все-таки свинина. О, сейчас будет жареная свинина готова. Ну-ка, это что такое, доска? Доска и голубой замок. Прикол себе мог взять. Стога сена. Я пока что залезаю наверх. Не, никого трогать не буду. Я тестирую игру. Ничего себе. Невидимое, смотрите. Я так свалюсь. Вау, это еще круче карты похоже, чем галерея. Что за баночка? Какой-то поршень. Ну как кто в игре? 4 человека как минимум. Майндфидж плей бежит. Так я не трогаю. Так, теперь в палаточный лагерь бежим. Такая огроменная палатка. Прикол, если там кто-то будет. То есть я могу здесь что ли стоять, ждать? Потом раз такой выбежал. Смотрите, восклицательные знаки над ними. Какая-то колба. Они подожгли деревяшку? Или что это? Какой-то горящий болт. Ну-ка, ну-ка. Что-то проходит, что-то открывают. И я не знаю, что они делают. Так, у кого-то голубой ключ есть. Смотрите, восклицательный знак, возможно, этот человек очень много помог в игре. И тем самым он опаснее. Он может закончить игру. А что тут за страшные звуки? Все открывают, смотрите-ка. Это у нас какая-то электроустановка огромная. Типа генератора. Здесь я вроде бы даже и не был. Пещера. Смотрите, пещера даже есть. Еще свинина жареная. На Ctrl ставить. О, в костре, чтобы не грелись. Бам, еще. Восклицательные знаки вижу. Game over, все, я проиграл. В принципе, быстро прошли они. Стартуем еще раз. Крэзи Морти свинка. Все, стартуем. О, для нас другая музыка. Опять-таки я горю. Я думаю, здесь есть монстры, он говорит. Может быть. Выпил и разбил склянку. Так, что склянка? Нужна ли она? Похоже, нет. Нужен болт, его нужно нагреть. Вау. Ах ты. Есть даже злая собака. Какая-то собака-демон. Фантастика. Что здесь есть? Красный ключ. Нужен ли он мне? Вот, да, красный замок есть, ура. Хоть что-то я открыл. Так,
Свинья стартанула. Проход. Ура, ура, ура. Теперь ищем какие-нибудь предметы. Подписчики испарились. Ну-ка в палатку. Да, в нее реально любой может зайти. Опять-таки та самая колба. А почему? То есть собака то добрая, то злая. Смотри, где все? Вау. Это реально лес с монстрами. Так. Кстати, я вижу здесь болт, который нужно нагреть на костре. Я так понимаю. Так, нам нужен костерок. Ну-ка, ну-ка. Да, все понял. В костер кидаем. Полыхнул. Далее. Куда он забивается? Mindfish Play, похоже, все знает. Мы пока что следуем за ним. Тут есть еще оранжевый ключ интересный. Что сюда забивается? Мы поджигаем тем самым костер. Взял белый ключ. Куда же применяется белый? Так, Mindfish Play чуть не попался. Вау. Так, пес. Он хочет меня поймать. Ах, ты обхитрил его. А, вот ты где. Тайная зона. Рацию нашли. Это типа мы прошли игру? You escape it, вау. Самым главным ключом был белый. Опять-таки я не со всеми предметами взаимодействовал. Так, еще старт. Поверхностное пока что было изучение карты. Нужно еще что-нибудь взять. Эта игра стремительно развивается. Очень много человек онлайн. Прям космически много вчера вообще видел. 80 тысяч онлайн. Я такого в Грэнни не видел ни в одной другой игре. Только желательно, чтобы не я был свиньей-то. Но возможно попадется нам добрый пес. 4 недели спустя, я думаю, здесь есть монстры. И они нам типа не друзья. Да, ну я, конечно, перевожу знатно вообще. Так, пес выпил какой-то разозлин, видимо. Так, ну ладно, стартуем с чего-нибудь. И надо стартовать. Это что, болт? Это палка. Крэзи Морти палку нашел. И он ее ставит где? А, да, в том самом месте. Я там уже свиньей был, помните? Так, забегаем. Вообще ничего не видно. Так, ну он, конечно, сюда не подойдет. А здесь можно разбиться? Скорее сюда. Все, свинья стартанула. Он отстегнул доски. Имран побежал открывать сейф. Там как раз-таки нужен был желтый ключ. Здесь, конечно, не то. Здесь фиолетовый ключ. Есть белый. Берем голубой. Да, ключей здесь очень много. Там, кстати, фиолетовый понадобится. Здесь зеленый. А мне нужен голубой. Пес. Обхитрил. Почему только над нами восклицательные знаки? А вот, кстати, добрый пес или нет? Почему нас не защищает? Так, классно. Открыл. Подожгли болт, похоже. Оранжевый ключ. Вот ты где применяешься. У костра, значит, понятно. Нужно теперь искать пещеру. Так, а вот и оранжевый ключ, ура. И мы берем его. Уже все открыли, что ли? Как будто бы не все ключи применяются. Так, ищем, ищем, ищем. Зеленый ключик. Да, возможно, не все ключи применяются. Все, нашел, нашел, нашел.
Я не вижу, чтобы подписчики здесь бегали. Похоже, они уже прошли игру. Ёкарный бой. Жестяра какая. Да, игра пройдена. А этот злой или нет? Это вообще кто? А, это наш человек. Вау. Это и был Майнфичплей. Мы опять закончили. Хеллоу, есть кто-нибудь? I think choose monsters. It's getting late. Maybe we should get some rest. Видите, собака выпила какой-то злин. Пробую пройти четвертую карту один, чтобы получилось полное изучение. И параллельно запоминаем, где что лежит. Так, пес. Генератор. Так, вот и фиолетовый ключ. Это первый ключик наш. Фиолетовый. Есть молоток, кстати, еще полезнее штука. Или это не молоток? Понятно, желтый ключ. Доска. Взяли доску. Сейчас ее поставим вот здесь. Так, там какая-то свинка-ангел. Дистанционно можно? Нет. Ну-ка, что вообще наверху есть еще? Ничего полезного. Гаечный. Так, сейчас самое сложное. Найти все три генератора. Так, вот первый. Но тут замок висит. Хорошо. Тогда берем фиолетовый ключ. И поищем сейф. Потому что вроде как сейф имел фиолетовый замок. Так, понятно, один генератор вообще на виду, прямо у машинок. Фиолетовый. Бежим искать. Он находится в доме. О, класс. Пистолет нам не нужен. Открываем сразу же этот замок. А здесь ничего нет, что ли? Так, ну у нас зато есть доступ теперь к костерку. А, это мы здесь и стартовали. Понятно. Голубой ключ. Возвращаемся снова в деревню. Так. Фиолетовый применили. Здесь патроны. Красный ключ. Зеленый, ура. Он тоже что-то держит. Кстати, давайте молотком сначала разобьем. Так, и на главной двери. Потому что на ней тоже доски есть, чтобы уже молоток не использовать вообще. Чтобы лишний раз времени на него не тратить. Если вы хотите применить предмет, то не берите его в руку. Так. Все это применено. Ну-ка, что может быть здесь? Ничего нет. Свинка очень опасна. Ах ты, зеленый замок, вот где. Понятно. Не туда убежал. Куда-то не туда. Нам теперь нужна пещера. Вау, круговое движение. О, нашел пещеру. Вот наш зеленый ключик. И он закрывал у нас один из домов. Вот этот. Красный. Так, теперь красный дом открываем. И он дальше. Ура, ура, ура. Тут музыки нет, вот что страшно прямо. Ах ты, в доме генератор-то находится. Понятно. Теперь берем болт и накаляем его на костре. Так, это вообще болт? Да, это какой-то болт реально, металлический. К костерку надо бежать, к любому. Так, они сейчас со свинкой подерутся. Не туда. Тут нужен голубой ключ.
Ну-ка, можно накалить? Это есть, сейчас мы с вами растопим лед. Не туда, да, похоже, побежал. Если что, Mindfish Play может подсказать, потому что он игру знает идеально. Растапливаем лед. И дальше уже будем искать остальные ключи. Осталось 5 минут, в принципе, успеваемо. Так, ключ убираем. На всякий случай. Так, бабка кого-то грохнула. Теперь будем искать гаечный ключ. Где его там оставил-то? На что его менял? Прикол. Я его на что-то поменял. Возможно, в одном из домов. Зеленый. Так, меня Mindfish Play сюда зовет. Но у меня гаечного ключа нет. Ой. Так, но у меня гаечного нет, я понял. Мне нужно в дома. Мне кажется, что я там оставил ключ. Я его на что-то променял. Зеленый. Вот деревня, ура. Деревня дураков. Пусто. Да, надо запоминать, видите? А это почти нереально. Фиолетовый. Генератор. И оранжевый ключ. Бежим далее. Успею ли я пройти? На грани просто. Вау. Ах ты, это открыто же, открыто, нет. Прикол. Теперь идем в дома. В одном из домов есть генератор. Где деревня? Вот деревня. Минута 36 осталось. В одном из домов генератор, раз. И еще один генератор остался на улице где-то. Нам нужно его найти обязательно. Как только найду, это считается, что мы прошли игру. Вот и он. Все, дверь открыта, ура, можем проходить игру. Фантастика. Ес, прошли. Сначала немножко потренировались, а потом прошел сам. Давайте мы на этом видео закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписчикам спасибо за помощь в игре. Оцените прохождение лайками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.